красивый домик. Арт. И на стеночке почти академка. А, кстати, у испанцев у многих вот такие породы собачек. Я думал, Наташа говорит, ой, больная собачка. А вот так, католический храм Барселона. Вот он тут возле нас, где мы стали на стоянку, позванивает периодически. Вот витражик такой. Вот такая вот сценка. Вот такая сценочка. Вот. Так. Декорирование. Наташа уже нацелилась туда. Аскетичный довольно-таки храмчик. Барселона, Барселона. Дворик такой с такими артами. Куда мы попали? Вот такие арты. Аромат. Аромат. О, Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Только бабочка. Подожди. Тут очень глубокая смысловая нагрузка. Это храм. Наталья, вот для того, кто это делал, то есть он создал сам свой алтарь. Тут видишь, тут и Че Гевара, тут и Сальвадор Дали. Сентенса сэра. Сентляция. Вот, можно рассматривать каждый фрагмент долгую. Будем как Че. Фрида, это супруга, да. Салют, подожди, не торопись, тут все уже, степ-бай-степ. Ну и... О. Тут Майви. Что тут написано? Может... Ну, что тут написано? Вся тут вся моя жизнь. Вот, по-французски. Можешь прочитать даже. Тут выпендриться. Ma тут Мави. Ну. Да. Змей-искуситель, да? Яблочки, да, райские. Вот. Оп, пошло. Похоже, как кандинский, всякого хлама тоже. Так, всякого хлама картинки свои делал. Так, опа, а куда? Оп, так, туалеты. Это, блин, лаборатория каких-то уличных художников, потому что студия, арт-студия. Да. Вот сейчас мы так чисто закинем взор на второй ярус. И вот там связанная овечка такая. Вот такая картина. Связанная овца. Вот такой вот. Овца на заклание. О, точно, я сам просто ответил на все вопросы. Это целая цеха. Вот где творческие люди работают. Вон там. Вот там дальше. Мастерская чья-то. То есть они везде. Налево, направо. Дайте заглянуть. Вот. Классика, классика. Вот они, шталюги. Вау. Ну все, просто. Вот это просто джекпот. Везде художники, тусуются художники, не знаю. Крутяк. Студии. Такой волшебный камешек, да? Ага, вот буклетики всякие, да. Блин, а сюда можно зайти, интересно? Тоже какая-то мастерская. Здесь люди реально работают. Вот так вот.
не знаю даже, к кому-то отнести разряду. Мозг. Мозг работает. Оля. Территория арта. Территория арта. Стоп-кадр. Вот. Стоп-кадр. Объект. Номер какой-то. Вот такие вот арты. А вы что думали тут? Просто очки собрались, что ли? Так, все серьезно. Мяу-мяу, девочка маленькая сказала, сразу посекла, в чем дело. А что выше? Выше. Ну, слабо было, да, уже выше. Черт возьми. Короче, вот такая тема. О, здесь будет тайная вечеря. Походу. Но тенгас медо. Вот так. Человек даже тут зрители могут быть предметом арта. Дубль два. Гуси-лебеди. Или кракен какой-то. О, аристократы. А. Так, женщина-слон. О. Да, женщина-слон. Судя по деталям. Вот. Картина. Ё-моё. Короче, это мы взяли в церкви. Вот, тут ценник, прескурант, сколько стоит какая-то месса, какое-то служение, богослужение. Внесем свой кусочек арта, да, в этот бардак. Сейчас второй будем кораблик делать маленький. Да, вообще миниатюрный, если получится. Что-нибудь так. О, этот легче получился. Давно уже не делал. 16 лет, наверное. Все. Управляем свой арт в это все, короче, то, что здесь происходит, не знаю, как назвать, безобразие. Наташа спускает на воду два чего это? Две флотилии. Две флотилии сразу. Два корабля. Все, понеслась. И подгоняемый. Чем подгоняемый? Какими ветрами, Наташа? Ветрами Атлантического океана. Ты тут просто дунь на них. Нет, ты ему вот не в бок дуй. О, а по ходу движения. О, погнали. Короче, я тебе покажу, как дуть надо. Смотри. Вот корабль. И вот дуем. И понеслась. Вот тот прибился уже, пришвартовался. Ну вот, короче, такой акшен, да? Сделаю еще один арт, да?
нормально, точим моркву. Морковка точильщик. Да? Так. Да. Ты также морковку точишь? Ну что, пойдем дальше. Какие-то мероприятия еще музыкальные. Люди будут разговаривать, это пить напитки. Вот. Дискутировать. Вот. Песики. Сделано в рамках фестиваля настенного искусства в 2014 году в Барселоне. Любовь к искусству. Вот ты еще что не заметил. Блин, а слона-то я и не заметил. Вот так. Да, Наташа внесла пожертвование, да?